Чергове рейдерське захоплення вирує на Вінниччині. На цей раз намагаються знищити асфальтний завод в Іллінецькому районі. Нам передзвонили представники антирейдерського комітету та повідомили про конфліктну ситуацію на території заводу. Нам позвонили власники цього заводу, ті люди, які пострадали від мошеннических дій предыдущего хозяина, который взял у них определенную сумму денег под залог и дал соответствующие документы, договора, и передал на ответственное хранение этим людям это предприятие. Но тем самым мы уже вследствие разбирательств узнали, что это бывший регионал, который сегодня находится в розыске, он уехал из Украины. Провели аукцион, который не является законным на сегодняшний день. Не обійшлося і без сутичок з охоронцями, які намагалися завадити зйомці. Але після перемовин і демонстрації документів зйомку було продовжено. Обратилась эта компания, вот мы сейчас разобрались в этих документах, поданы заявления в прокуратуру, в полицию о том, что происходит рейдерский захват этого предприятия и сегодняшние якобы хозяева, которые незаконно приобрели на аукционе это предприятие по схеме, когда, знаете, когда в аукционе вводится 3-4 компании, одного и того же на самом деле хозяина, но зарегистрировано разных своих подставных людей. И выиграет все равно та компания, которой нужно выиграть. Вот сегодня, на сегодняшний день, та компания, которая выиграла, просто разбирает, вы видите, сегодня все оборудование здесь находится. То есть мы, как общественники, выступаем за то, чтобы предприятия работали, давали рабочие места, давали, наполняли местный бюджет, давали возможность людям зарабатывать. На сегодняшний день вот мы видим, что предприятие разбирается, люди просто хотят его вывести. Было продано предприятие по металлоломной цене, хотя стоимость такого предприятия на сегодняшний день примерно 10 миллионов гривен, а продали его за 1,5 миллиона гривен по аукциону. То есть мы на сегодня, плюс хозяин этого предприятия, который выиграл аукцион, не появляется. То есть приехали общественники, приехали вот журналисты, приезжали, подавали заявление в прокуратуру, в полицию, он не появляется. Понятно, что это подставное лицо, которое просто сейчас пытается распилить это. Плюс наняли охрану полиции, чтобы охрана полиции здесь смотрела за порядком. К ним никаких претензий нет, но все равно, то есть мы понимаем, что сегодня, к сожалению, власть не играет на руку народу. Они продают имущество государственное, частное, неважно. Проводят разные схемы для того, чтобы просто отмывать деньги, розпилювати заводи, не давати людям можливості працювати і заробляти гроші. А поки доля розібраного для перевезення в інше місце заводу не вирішилася, його власники чатують своє майно та пишуть заяви в прокуратуру та поліцію. В даний момент внесли залог 1 мільйон гривень. Обща стоїмость в розмірі 10 мільйонів гривень. Тобто по условиям договору там есть несколько этапов их заключения. То есть, и последний из них может быть заключен, скажем так, есть определенный период времени, до 2019 года. После внесения залоговой суммы, то есть мошенническим путем на одном из аукционов этот завод продали. То есть даже при условии том, что завод у нас находится на ответственном хранении. И, собственно говоря, то есть и мы, и вот люди, активисты, которые находятся здесь, пытаемся всячески сохранить целостность этого завода, чтобы оно оставалось все так, как оно есть. Когда началась эта конфликтная ситуация, что начали повозить из этого? Конкретно конфликтная ситуация началась, по-моему, 13 февраля. То есть нам поступил сигнал от жителей Кальника, то есть о том, что вот проводятся вот такие вот работы, проводится демонтаж данного завода. То есть и мы якобы всячески хотим это все сохранить и в дальнейшем это все запустить и дать людям рабочие места и, скажем так, улучшать инфраструктуру данного района, области и так далее. Вже на виході з території заводу ми зустрілися з активістами та поцікавилися, чому вони в мороз стережуть чуже майно. Відповідь нас приємно вразила. Вообще по 17 областям сейчас в данный момент антирейдерский работает. И сейчас в каждой области, надеемся, что к весне уже в каждой области будет антирейдерский комитет наш находиться. И люди обращаются по всем областям, по всем городам происходят такие прецеденты. Уже есть в Виннице. В Виннице в самой уже СРЭДок, вот же шот, как раз он и сработал здесь на данный момент. Происходит рейдерский захват и пытаются у людей, которые законным способом хотят купить этот завод, пытаются его, как в народе говорят, отжать рейдеры.
хотят его забрать, вывезти отсюда. Вот нас попросили помочь разобраться в этом, проследить за тем, чтобы не было здесь никаких неправомерных действий. Попросили помочь так же самое, чтобы не вывезли этот завод отсюда силовыми способами. То есть вчера здесь у нас тоже были попытки уже. Ну, вот находимся здесь, помогаем людям, которые страдают от власти, от нашей, от беспредела нашей власти. Стараемся. Обращайтесь к нам, есть в интернете сайты, пожалуйста, «Светлые мои будни Украины». Обращайтесь, так же самое, то есть на базе этой громадского объединения «Светлые мои будни Украины» и создан антирейдерский комитет. Обращайтесь к нам, мы поможем всем, я же говорю, по всем областям у нас есть люди, у нас есть филиалы. Сподіваємося, що в правовому полі ця ситуація вирішиться якомога швидше, а завод розпочне свою роботу. Ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією і перебігом подій. Більш детальну інформацію читайте на сайті «Власне.Інфо» та на шпальтах газети «Правда. Сила».